Сейчас 3 часа ночи. Да. Сначала у нас лопушок только что пришел. Да. Только мы отошли, вот теперь. Даже не отошли, мы просто только забросили его. Лопушочек сидит сейчас. У нас уже побольше. Сейчас вот. Да что такое? Сазаняка. Так. Так. От нуля ушли. Да. От нуля ушли. Доброе утро. 5 утра. И у нас сазан. Третий, да, сазан. У нас ночью еще, конечно, толстолоб был. Только мы отсняли. Такой паровоз был. Да. Блин, сошел там вдали. Да. Так, ну такой прям толстенький. На тигровый орех. Вот видите, тигровый орешек. Опа. Опа. Вот такой. Красавчик. Дерзкий. 24 августа. Ну вот на таком прикольном секторе получается тут деревья, как будто нам ветер не страшен. Вот приехали мы вчера, вот заняли вот эти 2 сектора. Вот приехали вечером в 7 часов вечера. Вот пока расставился, пока все завез, пока закормил, в общем, 2 часа ночи было. Вот. Закормил прям обильно. Дистанция здесь 150-160 метров, даже 170 метров. Вот. Ну и ночью мы поймали, короче, 3 сазанов лопушков. Ну, не взвешивали, один где-то около 2 килограмма, и 2 по 3 килограмма, я так думаю, может по 3 500. Вот, но мы взвешиваем, потом покажем. И была поклевка толстолоба, представляете, да, в 3 часа ночи одна вначале клюет, получается, вначале клюет вот эта синяя. Вот вытаскиваем одного сазанчика, получается, пока я сажу его в мешок, вон там мешок у меня, тут же клюет желтая. Вытягиваем там вот эту трешечка. Потом, получается, я ее ложу в мешок. Обратно отношу, только туда начинаю относить. У меня срабатывает паровоз на этого толстолоба. В общем, схватил, подбежал. В общем, сидел он вначале, но потом как-то... Вот видите, вот у нас поклевка онлайн.
случается. Ну, ждем. Угу. Так. Ну вот она пока. Продолжение. Идет дождик. Мелкий, мелкий, мелкий. Серега тащит. Вытягивает. Придется мне положить камеру и заняться. Короче, белый амур пришел. Ну и клюнул он как амур. Маленький, конечно. Вкусненький. Да, вкусненький, наверное. Мелкозаводерка, говорит. Эльмирка захочет его сейчас. Сейчас его съесть. Клюнул, получается, на тигровый орех. Не под. Получается, без пробки. Просто тигровый орех, лежащий на дне. Вот такая вот история. Молодец, Эльмирка. Молодец. Наступило время обеда. Мы в такой прекрасной локации. Вот. Сейчас меня Эльмира позвала обедать. Пойдем посмотрим. Что там Эльмира нам приготовила? Так. Вот наша кормилица. Такой момент поймал меня. Так. Наша кормилица. Чем мы сегодня будем кушать? Смотрим. На завтрак яичница. О, на завтрак вкуснячая яичница. Угу. Самая вкусная яичница – это всегда на рыбалке, да. И когда Эльмирка нам ее готовит. Обращайте. Да. За яичницей. Да, ну сейчас будем завтракать. Смотрите, сейчас я как бы проведу эксперимент, вам покажу результат. Вот у меня есть техноплантонные ибрагимовские, нурлановские. Вот, нурлановские свежая партия, ибрагимовские тоже свежая партия. Но я опять заметил, что у нурлана техноплантон намного быстрее тает. Через полчаса, ну вот при такой температуре получается, это плюс где-то 26 градусов. Сегодня пасмурно. Вот. Ну так нормально, не жарко. Вода тоже там, соответственно, не такая горячая. Вот, это полчаса времени у нурлановского. И все, быстро растворяется. Вообще, по идее, техноплантон, ну как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но все время, как я вот использовал, начал и толстолобов, использовал различный техноплантон, плюс-минус более
качественный технопланктон, он получается час-полтора, ну там 2 часа, может в некоторых случаях, когда попрохладнее, 3 часа, по холодной воде 4 часа стоит в воде. Вот. Ну вот в этом году получается нурлановский технопланктон очень быстро тает. Вот растворяется в воде. Это, я думаю, из-за того, что как бы меньшее количество технопланктона спожевано в эту бочку. Вот, потому что у Ибрагима, как в прошлом году, прозапрошлом году, в этом году, получается, технопланктон стоит 1.5-2 часа, даже 2.5 часа ночью, в штиль там 3 часа стоит. Вот так. Вот. И в силу этого я так считаю, что толстолоб не успевает за короткое время найти, получается, технопланктон. Потому что он, ну, у нурлана он быстро раз растаял, осел, все. На насадке его нет, получается. Ну, корабликом, когда заводишь, то 3 бочонка я ставлю, получается. Вот поэтому мне быстро растворимый не нужен технопланктон там. Ну, есть люди, которые просто закидывают, вот они закинули, через полчаса опять перезакинули в то же самое место. А здесь завозишь, получается, 100, 120, 130 метров, 150 метров там. Ну, кто как, кто даже 170 завозит. Вот как ограничение позволяет по буйкам. Ну, поэтому, ну, как бы завозить для того, чтобы он там полчаса, через полчаса опять завозить. Ну, это такое себе занятие, честно сказать. Вот, сейчас я там поставил. Вот, сейчас прошло у нас, получается, полчаса. Я вам покажу, что с этими 2 технопланктонами там происходит. Соответственно, и вот, полчаса покажу, и 45 минут тоже покажу, что происходит. Ну, такая вот история. Сейчас там мальки собрались 100%. Так и есть, куча, получается, мальков. Сейчас издалека попробую это все заснять. Вот бежевый технопланктон — это ибрагимовский, красный — это нурлановский. Ибрагимовский я один кинул. А нурлановского я, конечно, побольше кинул туда. Видите, что мы наблюдаем? Ибрагимовский сохраняет форму свою. Видите? Вот, а нурлановский весь превратился в кашу-малашу. Ну, реально в кашу-малашу. Такая вот история. Не знаю, видно, не видно хорошо. Что еще ближе. Ну, в принципе, понятно, да? Вот. Ну, мы продолжаем рыбалку. Будем скоро перезавозить. Ну, конечно, ставить я буду ибрагимовский технопланктон.
У меня стоит сейчас ибрагимовский. Ночью только поклевка была неудачная. И все получается. Такая история. Тем временем погода портится. Эльмира здесь творит чудеса. О, какая Эльмира. Хорош. Кролбай, привет зрителям. О, всем привет от Кролбая. Возвращаемся к Эльмире. То ли похуй. В общем, развлекается как может. Довольная, как удав. А что еще делать? У нас погода портится, Эльмир. Куда ветер пойдет? Дождь на нас идет, Эльмир? Вот эта туча идет на нас. Сейчас был ветер. Сейчас чуть-чуть уже ветер спал. Ну и с духоты стало свежо. А это хорошо. Вот. Больше поклевок не было. Последний раз вот эта синяя час назад дала нам какую-то осечку. Вот. Непонятную осечку дала. Вроде клюнул кто-то, но никого не оказалось. Ну, мы продолжаем снимать. Вот. Сереж, близко нельзя снимать. Мы же уже все не в том возрасте, чтобы нам близко снимать. Нормально, посмотрите. А что, мне 49, прекрасно выгляжу. Слава Богу. Ну, есть морщинки уже. Мне тоже 49, вот сравните. 52. Короче, было принято решение. Какое, Эльмир? Почистить сазанчика и пожарить на природе свежий сазанчик. Я его почистила. Угу. Пошинковала, это называется вот так, чтобы кости не были. Шинкуешь, маринуешь. Ну, как маринуешь? Соли и перца. Угу. И обжариваешь горячим маслом. Вот можете посмотреть, мы обжариваем, обваливаем не перца. И вот вкусняшка. Наша маленькая походная. Без костей? Да, походная сковородочка. Входит всего лишь 4 кусочка. Ну, сейчас ее быстро пожарим. Будет очень вкусно. Мы покажем, какая она красивая, жареная, румяная наша рыба, сазанчик. Ну, подождем. Мы рыбоеды, получается, да, Эльмира? Я точно. Нас в комментариях заругают, что мы поймали рыбу ее и съели. Я ее всегда ем. Я ее не отпускаю. Я рыбоед. Не, мы больших только отпускаем, которые прям большие совсем. А вкусненькие. А до 4 килограмм мы, в принципе, всегда забираем. Да? Да. Вот свыше 4 мы еще думаем, да? Да. Вот такая история. Так, что у нас там происходит? Да, еще на вечер я почистила картошку, у нас будет.
Рыбка с лимончиком будет. Кто как хочет. Здесь жарко, полным ходом идет. Так, мы сейчас свет включим. Будем готовить. Чтобы получше было видно. Шкварчит. Ешьте рыбу, очень полезно, фосфор в чистом виде. Ну, конечно, не морская, озерная, но полезно. Тем временем погода налаживается вроде бы, хотя тучи присутствуют. Думаю, вечером клев будет. Потому что весь день дул ветер. Точки у нас закормленные. Ну, еще докормим, конечно. Вот. В общем, ждем пока. Пока ждем. Ну все, рыба готова у нас. Да, первая партия пожарилась. Посмотри, какая она румяная, красивая. Сейчас посмотрим. Как она шкварчит. Да, у нас здесь солнечно, солнце светит прям. Да. Поэтому мы солнцезащитные. Потому что нельзя снимать. Женщин близко. У нас есть морщинки. Вот, сейчас буду снимать. Сильно не приближай, потому что будет масло. Вот такая история классная. Чуть-чуть еще. В общем, вот такая вкуснятина. Ой, уже так запахло. Слушай, вкусно очень. Уже пахнет вкусно. Еще она умеет жарить так, что рыба будет без костей. Такая история. Вот такая. Эльмира, молодец, молодец, да, молодец, молодец. Мы пошли посмотрим удочки. Вообще распогодилось уже, ветер успокоился совсем. Сейчас у нас время 4:30. В 3 часа я завозил. Получается, 1.5 часа стоит толстолоб. Вот, ну пока еще можно 0.5 часа держать. Так, и здесь я завозил с утра, закармливал все. Плюс мы поймали на синюю, да? Да, и желтую мы перевозили, и зеленую перезавозили. Все, кроме красной, перезавозили, в принципе. Вот такая история. Вот такая вокруг обстановка. Здесь очень большое дерево. Тенистое. Вот очень большое. Вот. Скоро к нам приедет Ганс. Буквально через 20 минут. И будем как бы ужинать, получается.
Вот так. Очень надеемся на вечерний клев. Потому что вчера именно ночью был клев. Как бы вот вечером не было, а ближе к 11 вот начались всякие движения. Поэтому будем ждать свою рыбу. 24.08.24. Сегодня такая дата классная. Мы на рыбалке. Съездили уже, помылись. Вот Серега помылся, приехал. Счастливый. Гансик наш приехал к нам в гости. Так что все супер. Сегодня дата интересная. 24.08.24, я сказал. Вот посмотрите на 52-летнего. Я устал, я не спал всю ночь. Сейчас уже вечер. Вот. Поймали мы сегодня 5 рыб. Сазана 4 и одного амура, моего любимого. Сазанчика уже... Амура поймали? А, да. Сазанчика мы уже одного уже пожарили. Да? Я уже ем его. 10 с плюсом, Сергей, да? Поснимал. Здесь варится картошка. Нет, еще прикалывают. Получается ночной вид озера. Рыбацкая усадьба. Так, это у нас кто? Это Ганс идет. Угу. Офигеть можно. Че, ты еще что-то готовить будешь? Сиськи. Да, ты че? Александр Николаевич жалился надо мной. Блин, ты что, мое отчество вспомнил? Да, приехал нас покормить с Эльмирой. Я приехал провести приятное время с друзьями. Да, приехал, чтобы это покормить нас со своими фирменными сосисками. Ага. Сам вот этими руками их ваял. Да. Классно так, блин. Фонарь во лбу, и ты снимаешь. Лица не видно. Да? Угу. Вот хорошо. Снимай сосиски. Ну так их светить надо на них. Еще раз. Ну ладно, не свети. Давай без света попробуй. Сушняк, сушняк. Короче, вот такие у Александра фирменные сосиски. Да, короче, купил аппарат, сам набивал. Да, что-то там добавлял. Что-то добавлял. Всякие смеси. Колдовал, колдовал. В общем, на рыбалке мы не одни. Кормилец наш еще дрова привез, березовые, вообще молодец. Березку по дороге срубил. Да. Хорошие, кстати, фонари у тебя такие. Это обычные самые.
Да, не. Которые у тебя на лбу? Да. Это обычно. Ну, извини меня, которые у меня раньше были давным-давно. А, ну да, тех времен мы ушли. Небо и земля. Когда Эльмира покупала. В этих и радиус, и свечение. Ну, еще регулируется. Да, еще. Уже делается, шире делается. Еще долго, да, они? Да. По времени. Работают, да. Посмотрим, что там удочки у нас. Тут, короче, все в засаде. Сейчас перезавез, перекормил, накормил, закормил. Вот, и выяснилось, что теперь мне не хватает 4 батареек. Ну, как мне кажется. Почему? Потому что осталась 1 батарейка. А ночью будет, ну, если клёв случится, то мы ее как бы быстро израсходуем, эту батареечку. Вот, потому что дистанции здесь такие, 150-160 метров, 180 даже есть. Вот. Еще и толстолоба надо по-хорошему перезавести. Ну, честно говоря, что-то лениво. Толстолобом. В общем, готовимся к ужину. Да. Вчера у нас ужина не было. Сегодня, слава богу, Ганчик приехал. Радость. Что кушать будем? Рекламируй. Мы будем кушать крылышки. Так. Рыбка, оставшаяся тебе. Да, рыбку я еще не ел. Да. Картофан. Это не картофан, это дынка. А дынка у нас же есть. Вот картофан. Вот дынка. И сейчас будут еще колбаски. С бараниной, с говядиной. Колбаски мы уже сняли. В общем, такая вот у нас... Салатик. История. Вот. Время у нас получается 8 часов. Я тоже здесь. В общем, решаем, что да как. Но хочу уже кушать. Потому что последний раз кушал я в обед. 2 бутерброда или там 3 бутерброда, что-то такое было. И яичницу. А, завтракали мы только. И вчера ужином не ужинали. Вот такая история. Ганс, что, когда готово будет? Минут 5. 5 минут, и мы будем сыты. Чукай. Теперь их там 2. Да, что-то по рыбе у нас только вот ближе к обеду
Получается, белый амур был и все. И больше ни одной поклевки. Ну, был ветер. Вот, ну, по идее, должно уже все как бы начаться. Но что-то не начинается. Время 8 часов, самый клев. Все заряжено, все закормлено. Что вообще лучше? Все перезавезено. Доброе утро. 25 число, 25 августа. Время 6 часов. Проснулись. В общем, ночь прошла вообще спокойно. Вот. Ни одной поклевки не было. Такая история. Один пик был вот на синем свингере. И как бы все. Вот. Здесь у кого-то потерялся кораблик. Вот, по всей видимости, батарея кончилась. Сейчас мы его приблизим. Чей потеряшка? По всей видимости, батарея закончилась. Скоро он к нашему берегу прибьется. Вот. Погода такая свежая, прям даже прохладно. Вот. И ветерок дует прям такой холодный. Вот. Пока все спят. Вот. Встала только Эльмирка. В общем, сейчас начну перезавозить все. Сегодня финальный день. До обеда сегодня будем. И потом отправимся домой. Ну вот, такая у нас рыбалочка получилась по итогу. Вот этот кораблик. Чья-то трагедия. Зацепилась за мою леску от толстолоба. Произошло это следующим образом. Он пришел вот с таким хвостом. Вот видите. И остановился он не потому, что у него батарейка села, а потому что у него, видите, на мотор намоталась плетенка. Заблокировала двигатель. Двигатель не смог работать ни туда, ни сюда. И кораблик остановился. Вот. Исходя из того,
такая здесь оснастка. Вот, вы видите, каша туда-сюда в этом могильнике. И здесь еще два крючка получается. Вот видите, как здесь люди, в общем, пытаются поймать сазана, по всей видимости. Вот два крючка, на одном кукуруза, на другом вот опарыш. Вот, ну и прикормка такая совсем, ну, как мне кажется, не карповая, что ли. В общем, такая история с этой потеряшкой. Получается, что-то хозяева нету, хотя вот недавно это завозилось. Каша даже не успела раствориться. Вот. Где хозяин лодки, непонятно. Вот. Ну, сейчас, если получается, хозяин не подойдет, будем звонить в администрацию, сдавать туда. Так надо делать вообще, по идее. Всегда так поступайте. Сдавайте в администрацию. Потому что это чья-то прям боль. А то, как вот нам здесь вот рассказывали, тут был один чувак, он тоже вот так же, у него кораблик там что-то остановился, батарейка кончилась. Вот. И получается, его кораблик прибило к плотине, и там другой чувак, получается, его забрал себе. Вот. Но по итогу все равно кораблик был опознан. Вот. И как бы получается, тот, кто потерял кораблик, приехал сюда на рыбалку опять и увидел свой кораблик, подошел к владельцу, тот отнекивался, он говорит, да, я посмотрю, там внутри есть моя, ну, типа, мои метки. Он сказал, какие метки, тот отказывался. По итогу вызвали администрацию, администрация сказала, чтобы он открыл кораблик, показал метки, показали метки, в общем, ну, в общем, такой позор, такой стыд, представляете, да? Вот, оно не стоит того. Чужое есть чужое. Сдавайте в администрацию, и все. И будет вам покой. И всем будет счастье. Ну, конечно. Такое вот у нас утро боевое. Ну вот, время 11 часов дня. Рыба молчит, причина не ясна. Честно говоря, был уверен, что ночью либо утром все-таки будет клев. Почему? Потому что погода прям отличная. Ветер, можно сказать, такой бриз легкий. Завез сейчас последний раз толстолобов. Не знаю, видно вам будет, не видно. Сейчас мы приблизим и будем их искать. Да, что-то все равно не вижу. Надо же. Вот. Вот они, мои два поплавка. Один. И вот второй. Ну, такая история. Народ прибывает. Мира. Да. Она потихоньку начинает собираться уже, да? Да. Вот, очень жаль. Ну, главное, у нас есть в улове рыба. Потом мы ее снимем, покажем. Одну мы съели.
мы рыбоеды. Вот. Посмотрим. Так. Ну вот, поймали такого карася. Вот. Эльмира сейчас его отпустит. Смотрите, какой здоровый. Я его с садком отпущу. Я его не буду в руки брать. Отпущу так. Потому что он и так уже изранен. Травмировать не хочу. Ого. О. Ушел. Ой. Побежал. Молодец, Эльмира. Гринписовцы ты наш. Угу. Ну вот наш улов. Получается. Сазанчики. Так, я думаю, по 2,5, да, килограмма. Ну, сейчас взвесим. И амурчик. Тоже такой. Дерзкий, ага. Вот. Ну, сейчас взвесим, в пакетик положим, да? Да. И разделим поровну, поскольку они плюс-минус. Да, еще забыл сказать, что одного мы съели. Помоги. Такого, да? Да. Вот, развесим его. Так. 2,125. Так. А одного мы отдали. Ну, тоже плюс-минус такой, да? 2,125 получается, да? Итого, грубо говоря, пятерых мы, короче, поймали. Вот, давайте все вместе. 2,125. Тоже 2,125. Надо вообще не нужно. Так. 4,150. Ну, короче, по 2,100, грубо говоря, да? Дома съедим, да? Маленьких мы оставляем. Кораблик был сдан в администрацию.